Ну что, парни? Погнали! Подержи мою пушку! Теперь ты без сумки и без оружия! Спасибо, что подержал дверь! Я как будто опять не понимаю, что происходит. Держи, вот твой ланч! Тебе сэндвич, всем сэндвичи! Ногла, ну и маска у тебя! Давайте сделаем это! Ранее в тот же день. Подождите меня, подождите меня! Вместе катаемся! Вместе дожидаемся! Вместе катаемся, вместе убиваемся! Вместе катаемся, вместе колебаемся! Вместе катаемся, вместе кувыркаемся. Ну, я имею в виду по земле. Вместе катаемся, вместе закупаемся. Вместе катаемся, вместе заблуждаемся. Вместе катаемся, вместе ускоряемся. Вместе умираем, то есть вместе катаемся. Вместе умираем и все, потому что мы ничего больше не сможем после смерти. Вместе катаемся, вместе ошибаемся. Но тут уже какие-то рандомные штуки поперли. Вместе катаемся, вместе кусаемся. Очень сильно кусаемся. Это уже не в рифму. Ну я просто добавил. Вместе катаемся, вместе с конвоем стреляемся. Да. О, черт, они едут! Они едут, что нам нужно, обокрасть их? Мы должны угнать грузовик. Давайте, валите их. О, черт, мне больно, эти парни понаделали во мне дырок. Вот так, получайте. О, черт, о, черт. Эта тачка горит, нужно отвезти от нее грузовик. У меня мало времени. Погнали! О, черт, о, черт, о, черт! Эван, какого хрена? Что ты делаешь? Эта тачка сейчас взорвется! Ладно, я отъеду. Эван! Ты что, шутишь? Что, ты умер? Да, блин, ты наехал на меня 6-тонным грузовиком! Конечно, я умер! Я поведу этот грузовик, а вы, парни, защищайте меня! Этот конвой наверняка перевозил что-то ценное. Сюда летят два вертолета. Два вертолета? Прямо перед нами, нужно их сбить. Давайте покажем этим вертолетам, стреляйте в них. О, черт, 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 ты прав. Нужно сбить вертолет. Я разбираюсь с этим вертолетом. Бум! Так держать, свалите с нашей дороги. Это уже конец миссии? Да, это было легко. Праздничный прыжок, праздничный прыжок. Да, мы сделали это. Праздничный прыжок. Оу! Ты убил меня! Хорошо, что у нас есть еще одна жизнь. Слава богу! Ну и что у нас лежит в этом грузовике? Что это за фаер? Вау! Что это такое? Это какая-то ядреная штука. Это контейнер с нанороботами? Нет, это пленка с фильмом «Тихоокеанский рубеж». Какая-то маленькая пленка. Да вы уже запарились этим «Тихоокеанским рубежом». Теперь нам нужно угнать несколько мотоциклов и отвезти их в нужное место. Зачем нам угонять мотоциклы? Это больше похоже на какую-то мелкую кражу. Они открыли новый сервер Майнкрафта, он называется Lost Minecraft Clubhouse. Мы будем играть теперь на нем. Срань господня, Эван. Ногла, только не иди первым, ты опять умрешь быстрее всех. Чего? Да я здесь больше всех получил платины. Этим чувакам пофиг, чего ты там получил. Вы с Эваном взяли не те мотоциклы. Это вы взяли неправильные мотоциклы. Давайте сделаем это. Я же говорил, вы с Эваном взяли не те мотоциклы. Мы взяли правильные мотоциклы. Нет, нужно взять другие. Я сказал, мы взяли правильные. Это правильные байки, потому что у них руль длиннее. Погодите, у них еще и ускорение есть? Да, мы катаемся вместе, вы помните? Да, мы катаемся вместе и разъезжаемся вместе. О мой бог, мы врезаемся вместе. Поехали! Ногла, нет, нет, Ногла! Нет, Ногла! Чё как, парни? Да! Дайте мне этот байк! Нет, я хочу его. Эй, какого хрена, я же скинул его с байка. Эта игра такая нереалистичная. Что за мусор? Как можно работать в таких условиях? Ну, вроде распределили деньги. Погодите, я не готов. Хотя нормально, меня устраивает. Хорошо, хорошо.
Эй, что произошло? Я смотрел в свой телефон. Что случилось? Расскажите мне. Над чем вы смеетесь? Расскажите мне эту шутку. Да не, тебе не понравится эта шутка. А вдруг понравится? Я люблю шутки. Жми уже на кнопку «Готов», ирландский мудила. Ладно, парни, давайте сделаем это. Мы должны посмотреть Тихоокеанский рубеж. Мы сможем посмотреть его только в этом месте. Подержи мою пушку. Теперь ты и без сумки, и без оружия. Спасибо, что подержал дверь. Я как будто опять не понимаю, что происходит. Держи, вот твой ланч. Тебе сэндвич, всем сэндвичи. Нагло, ну и маска у тебя. Давайте сделаем это. А ну-ка все на пол, всем лежать. И только попробуйте пошевелиться. У нас еще осталось 2 сэндвича, если вы голодные. Делайте, что мы говорим, и вы вернетесь домой и сможете похавать чипсиков. В каком зале здесь крутят Тихоокеанский рубеж? Нам нужны 4 билета на Тихоокеанский рубеж. Большую колу, попкорн. Черт, нам надо идти. Предыдущий сеанс почти закончился. О, вот место, где нужно заложить заряды, Луи. Так это ты должен был сделать, а не я. Ладно, хорошая работа, парни. О, черт, о мой бог. Воу-воу, какого черта эта хрень так дымит? Ты заезжал как маленькая сучка. Крутые парни не смотрят на взрывы или на дым. Блин, я не крутой. Следите за людьми, парни, следите за людьми. Чувак, у тебя круто получается. Может, ты тоже займешься делом и не будешь здесь стоять? Видишь, я морально поддерживаю тебя. Хорошая работа. Да замолкни ты уже. Лучше проследи за заложниками. У вас хорошо получается, заложники. Хорошая работа. Этот чувак неисправим. Давайте кинем его. Вы лучшие заложники, каких я видел. Скорее, фильм начнется через 2 минуты. О, черт! О нет, что не так? Ну и какого черта ты там копаешься? Какой-то чел врубил тревогу. Давайте, парни, забирайте всю наличку. Мы должны забрать кассовые сборы с фильма. О мой бог, посмотрите на все эти деньги. О мой бог, да. Не прекращай нажимать на кнопку. О черт, давай. Почему нельзя всю эту кучу просто сгрести в сумку? Я собираю только по пачке, это же тупо. Давай. Давайте, парни, скорее, собирайте все деньги. Здесь купюры по $1, в пачке всего 20 баксов. Давай, набирай быстрее. Тащим чертовы деньги. Да, черт возьми, деньги у нас. Ну что, вы готовы? О мой бог. Погнали, парни, погнали. Давайте сделаем это. Там очень много копов. Они нам все испортят. Что ж, будем отстреливаться. Парни, вы готовы? Да, давайте нахреначим им. Открывайте двери. Умрите! О нет. Давайте, бежим и отстреливаемся. Вперед, парни, давайте же. Я прикрою вас сзади. О, черт, я спереди. Хорошо. О, черт. Они окружают нас. Гасите их, гасите. Давайте, чуваки. Мы такими темпами вернемся без денег. О, черт, мы очень быстро теряем деньги. Давайте, парни, мы должны это сделать. Вы видели, как этот чувак свалился? Нам нельзя умирать. Нам больше нельзя умирать. У нас все меньше и меньше денег. Я не удивлюсь, если в конце у нас останется 20 баксов. О, мы вернулись к мотоциклам. Давайте сделаем это. Вместе катаемся, вместе умираем. Из моего рюкзака вылетают деньги. Не стреляйте в него. О мой бог, нам нужно ехать очень далеко, парни. Почти 4 мили. Вот почему мы должны делать экстремальные прыжки. Экстремальные прыжки. Экстремальные прыжки! А, у меня не получилось. Осторожнее с деньгами, они нам еще понадобятся. А пока, еще один экстремальный прыжок! О, черт, мне хана, мне точно хана. Нет, не умирай! Ладно, я пока не буду умирать, мне тут помогли. О нет, а вот я сейчас сдохну! Только попробуй умереть! О мой бог, свинтуса завалили. Меня отправили на шашлык. Ладно, давайте еще раз. О, зацените, Ногла опять с канистрой. Эта канистра приведет нас к победе. Экстремальный прыжок! О мой бог, ты улетел. Ты у меня на крыше. Мотоцикл улетел нафиг. Что? Он у меня на месте. Экстремальный прыжок!
Нет, у нас не получится. Черт, я ударился головой об ёлку. Ладно, садись, быстрее, быстрее. Извини, я не думал, что ты улетишь вниз. Экстремальный прыжок! Экстремальный... О! Прыжок! Офигеть, это было круто! Я сделал нехилую комбинацию! Экстремальные прыжки! Так, держать, парни! Давайте, парни, мы уже подъезжаем! Да, мы почти на месте! Давайте все выстроимся в линию и прыгнем вниз! Давайте, погнали! Да! Черт, это круто! Кто-то из вас врезался в мой парашют! О нет, я падаю! О нет! О мой бог! Твою мать, я не знаю, как это произошло. Я просто летел и врезался в дерево немножко. Погодите-ка, какой у вас потенциальный куш? У меня почему-то ноль. Ладно, вы готовы, парни? Давайте уже покончим с этим. Первая попытка была не очень удачной. Вместе катаемся, вместе умираем. Да-да-да, вместе скатываемся, вместе прыгаем с парашютом. Давайте уже погнали. Раз, два, три, погнали. Погнали. Ну ты придурок. Ладно, давай за нами. Блин, вы все-таки прыгнули. Ага. Я вас догоню, парни. Куда нам нужно приземляться? К лодке. Черт, как же это круто. Бэм, я приземлился точно в лодку. Ладно, я иду. Давайте сделаем это. Я перелетел, Малянс. Подберите меня дальше по течению. Давай, плыви сюда, плыви сюда. Обезьяны могут плавать. Неужели мы наконец-то сделаем это? Да, мы это заслужили. О, смотрите, это контрольная точка. Это она? Это она? Да, да, мы сделали это. Да, черт возьми, наконец-то. Неплохие кадры, кстати. Черт, как? Мы сделали это, да! Да, давай 5! А, нет, тебе он не даст 5. Эй, а мне? Дай мне пятюню! Ну ладно. Ну что, парни, как потратите свои деньги? О, я наконец-то куплю себе жену и пару детей. Купишь жену и детей? Итак, ваши деньги. Да, гони наше бабло! Ты должен был сделать это еще 2 минуты назад. Да, мы получим наши деньжата! Он даже написал пост ВКонтакте об этой миссии. О, да! Наконец-то! Пройдено, сучка! Твою мать, я получил бронзу! А у меня снова платина! О да, потенциальный куш $500,000, реальный куш $272,000. Постойте, что? Я не получил ничего! А, блин, я понял! Так вот на чем вы тогда ржали! Пошли вы, парни! Ну что, парни? О, рад тебя видеть, приятель! Мы сделали все задания! Мы выполнили задание с Тихоокеанским рубежом! Погодите, а нам покажут фильм? Они забыли про фильм! Мы и есть этот фильм! Вау!